Сегодня мы подсунгаем 17 августа. Пришли с ночевкой с детьми. Ну, дети хотят еще побыть. Еще вторую ночь остаться, ну не знаю. Еды я взял только на 2 дня. Макароны, тушенку, сосиски, сардельки. Дети не постятся. Так. Вон они в палатке. Той в дальней. Такая здесь обстановка. Они поели, половили рыбу, ничего не поймали и легли в палатку. Спальные мешки одели, наслаждаются жизнью. Я им чай грею. Не хотят попить в палатке чай. Ну, почему бы и нет, пускай пьют. Чего в этом страшного нет. Погода сегодня теплая. Немножко ветреная, но зато теплая и без осадков. Шли мы сюда где-то 6 километров. Ну ничего, дети, у них были рюкзаки. На рюкзаках только спальные мешки их. Ну и одежда запасная, мало ли. Ну что, дошли. Немножко, конечно, им было тяжело, но пришли. Очень-то порадовались обстановке. Побегали, попрыгали, покушали, половили рыбу. Ну пришли где-то час. Где-то сейчас уже 6 часов вечера. Они залезли в палатку, не хотят вылазить. Играют. В спальных мешках лежат, там не спят, раздаются их крики. Грибов нет, рыба не ловится. Там не только я один, тут еще женщина с нами шла. Она как бы не как я, рыбак-любитель, она намного чаще, намного больше на рыбалке была. У нее тоже ничего не клюнул. Раз, по-моему, здесь 4. В ком же? Довольно хороших размеров. Верандочка, или как это назвать, чтобы когда дождик, сидим, может был спокойно сидеть у костра, и на нас не капал дождик. Ну, такие у нас сегодня. Такой у нас сегодня поход интересный с детьми. Первая у них ночевка в лесу. Очень довольны, хоть и шли долго и далеко. Ходить не хотят, хотя еще тут ночи и завтра почти целый день. Так, утро началось где-то 7 утра. Ну, сейчас 11. Это, да. Мы готовим макароны с тушенкой. Так как дети сказали, что будет еще одну ночь ночевать, придется экономить еду. Поэтому все-таки сардельки отложили, да, лучше хрима до завтра. Да, до ширак, уже до завтра. Потому что будем еще день здесь ночевать. Вот такой вот здесь красивый. Ну, из палатки мы не очень сделали. Хороший вид. Просто открывается окно. Вид на костер. Не как обычно, на озеро куда-нибудь, там в горы. Так, макароны сварились, немножко водичка выкипит и борошу тушенку. Кстати, хорошая тушенка. Покупал ее в Спаре, там со скидкой. Надо, конечно, побольше делиться. Может быть, еще не на один, еще, может, на пару суток. Ну и, как всегда, вот. Промокли. Хорошо, я догадался взять все запасную одежду. Какие хроники нашего похода. Надеюсь, второй день.
3 дня истекло. На такой красоте мы пожили 3 дня, и придется возвращаться в цивилизацию. Как бы того ни хотелось. Ночью кричали какие-то ночные птицы громко, немножко пугали. И все. И все бегают рядом. Погода сегодня жаркая. Надеюсь, зайдем. Нам идти где-то 4 часа, чуть больше 4 часов домой. Вот такой лес интересный, он как не как тундра, лесотундра, а больше на тайгу похож, реально. Кустой, деревья высокие. Такой немножко такой красоты покажу. Все, через 2 часа мы выдвинемся. К сожалению. Еда закончилась. Так можно было бы еще побыть. Планировали на 2 дня, но решили остаться на 3. Нам еды привезли. Народ подходил. Больше никто не придет уже в будни. Я в отпуске. Вот норки Лемингов. Там.